Всем привет подписчикам моего канала. Сегодня у меня новое поступление в этом году. В общем, со свалки привез я 5 мешков всякого радиоэлектронного. Так, начнем. Такая вот материнка Asus. Тут стоит процессор Core i5. Не знаю, видно, не видно будет. Ну и память 1 гиг. Ну вот здесь конденсаторы подлетали. Разъем сломанный. Не знаю, что. Или на запчасти, или что. Вот, смотреть мы догнали. Еще вот такие материнки. Одна. Вторая. Третья. Тоже вот. Ничего, ну вот здесь тоже поломано с краю. В общем, на разбор кондерчики. Ничего. Ну, материнок еще и я вот. Кстати, вот мешок туда скидал, там Pentium 2 и Pentium 3, и 775 и всякие там есть. Даже одна вот такую первый раз увидел. Что это? Но остальное там можно сказать такое же, что там и 478 не стоит их рассматривать. Далее. Вот такая штука. Не знаю, что это было. Или это компьютер, или игровая приставка. Да, вот так раздолбили. Вот такая штуковина. Открываю ее. То что тут платы, я мешки рассортировал. Там платы от телевизора были, я их. Здесь негде расположиться, и просто от телевизора, кстати, импортных, я их просто в отдельный мешок клал. Только на распайку. Плат СССР, всякий тут приемник какого-то. Видно, часы были, разбили уже. Вот так все вам. Разбиваю, чтобы добыть оттуда светмет, трансформатор. Мы тоже что-то разломали. Такое что-то устройство тоже, видать, доубили, бросили так. Ну, естественно, смотрю, там что-то выпаяно, микросхемы, походу, ну, уже позолочено, уже снятая тут. Такая плата тоже. Это советские платы откидал. Интересная платка с такими вот микросхемами. Там их много. Это, по-моему, прибор медицинский кардиограф. Я разбирал уже не раз, я их находил. Ламповое что-то было в панельке. Смотреть нечего. Тоже как-то ободрано. Вот это чисельное тут. Все как бы на месте. Это тоже от кардиографа. Значит, то ли усилитель кого-то, проигрывателя. Вот, разбили. Это диоды такие большие, интересные. Разбили, вот здесь трансформатор уже ушел на свет мед. Больше тут ничего не интересует.
Это тоже, по-моему, такая же, как в пластмассе. Да, такая же тоже трансформатор. Тогда я уже нету его. Остатки калькулятора разбитого. Вот еще плата от этого кардиографа. Походу их там не один. Корпус алюминиевый. Разломали на светметы. Раздолбали. Вот такая коробочка с СССРовскими платами. Да, я уже сортировал отдельно, что тут на расстройку, на разбор. Берем сейчас. Все. Кладу это все. В сторону. Ну еще плата от телевизора 3 высоты. Скорее всего 4 высоты. От какого-то горизонта. Модуль радиоканала и светности. Одна коробочка есть. Зарядник, то ли от шуруповерта, то ли от чего. Но это не пригодится на запчасти. Иногда не их таскают на ремонт. Роутер. Вот это в основном импортная. Приставочка была как-то. Тут вот жесткий диск, но его здесь не было, крышку я уже сам снимал. Тоже какая-то спутниковая, походу, приставка. Перебойник, я тут платы. Эти платы от кассовых аппаратов. Такие очень часто я их нахожу, попадается. Ну, в общем, тут сильно такого. Интересно, сейчас еще вот одна коробочка. Такое устройство. Вот так вот ноутбук развандалили. Тут охлаждение вырвали на светмет, но жесткий диск на месте, на проверку, и две памяти. Тут, по-моему, 1 гиг и 2 гиг DDR3. Тут модель ноутбука. Вот еще один вандальный. Знаете, это было. То, что от него осталось. Не знаю, я взял, может быть, тут что-то мелочевку куда-то выпает. Иногда вот разъемчики вот эти бывает, мало ли куда что-то выпает. Только и ради вот этого взял. Сейчас я отключу и выкину это остатки. Так, вот такое устройство. Калибратор какой-то такой вот с ручкой. Разъем, тут провода. Ну и дальше сеть включается, видим, с вилкой. Вот этот телевизор. Вот я таких, там их целый мешок, у меня их как-то есть. Приставка или роутер, или, скорее всего, роутер, по-моему, какой-то. Все, роутер. Все, роутер. Так вот его взломали.
Этот, в общем, роутер, такая вот такая ерунда. Всякие обломки. Вот таких штук много, тоже их там внизу лежит. Приставка телевизионная Дом.ру. В общем, вот такой вот. Такие различные. Вам. Так, еще у меня вот такая вот видеокамера. Не знаю, рабочая, не рабочая. Я еще не проверял ее. Провод есть вот один. Питание надо подавать. Так, две ДВБ приставки. Это не рабочая. Я включал даже лампочки, не загораю питание. Нет, я не открывал еще. Вот еще одна. Она работает. Даже ничего я не делал, не скрывал. Включил. Вот она показывает. И пульт у меня как раз для нее нашелся. Рада. Эта любовь началась, как говорят, буквально. Оценки, мразь. Он был вторым за Йоханнесом в Кубке мира в прошлом сезоне, но вот сейчас с каждым отталкиванием. Вот две приставочки. Одна даже сразу исправна, одна не исправна. Надо будет скрывать, смотреть, что с ней. Так, еще планшеты тут. Вот такой вот убитый. Было у меня два айпада. Яблочки, которые обгрызаны. Вот здесь вот было. Но они до съемок не дошли. Мне их сразу забрали. Просто один вот в таком же состоянии, вот так вот морда разбита. А второй вообще был пополам согнутый. Мне их сегодня забрали, вот я за них. Вот такие бонусы получил за те два планшета. Вот сегодня получил. Два планшета забрали. Вот. Обмен произошел. Ну и тут все. Не знаю, это что. То ли навигатор такой раздолбан, но я его разберу. Все, планшет. Телефоны. Еще один-то теле 2. Раздолбанный. Samsung. По-моему, тут все целое. Нет батареи. Такое еще. Кнопочный. Ну и еще тут всякий такой отрадный. Алкотель. Алкаш, наверное, какой-то сломал его. Даже и симка в нем стоит. Интересно, надо поставить, проверить. Два нет. Находила телефона, который включаешь, симка рабочая, как можно по левому и звонить было раньше. Попадались симками даже с рабочими. Не, как говорится, не заблокированные были симки. Вот такой вот обзор. Ну еще у меня там мешок блоков питания. Мне его сюда помечать, там очень большой мешок, там килограмм, наверное, 40 этих блоков питания. Это блоки питания там от, типа вот от таких наподобие приставок, которые включаются и в сеть включаются. Очень там их много, всяких шнуров. Наверное, я в следующем видео вот это сниму. Будет в следующем ролике, как мне. Пишите, комментируйте, подписывайтесь на канал. До встречи.